Вы Карелии из глубин Ладоги достали клад иностранных монет. Клад старинных шведских монет обнаружили дайверы во время экспедиции Центра научных исследований One Expedition у одного из островов Валаамского архипелага. Получил задачу обследовать часть острова между камнями и упавшим деревом. По архивным данным известно, что здесь находилась старая пристань. При погружении мне удалось увидеть деревянное основание квадратного типа, засыпанное камнями, и несколько старых ржавых небольших якорей. Среди камней увидел горшок и прихватил его. Когда вынырнул и рассмотрел внимательней, оказался с монетами, рассказал обнаруживший клад дайвер-фотограф Станислав Трофимов. По предварительной информации, более десятка монет оказались шведскими солидами середины 17 века. Более точную датировку определяют археологи.